Друзья, привет! Вы на канале Team Spirit. Сегодня мы с парнями устроим фотосессию. Но сначала мы их поделим на пары. Выбирай себе пару, парни будут с помощью дрочков. Закрывай глаза. Да, в ту сторону, не в нос. So close. А ты в себя целился? Вы для меня все одинаковые, ребята. Я закрыл глаза и просто бахну. Можно сидя кидать? Можно сидя кидать? Сидя можно. Правило, не кидаем, когда другие идут забирать дрочки. Нет, да. Нет. Это хорошее правило. Наоборот, кидаем. Еще есть правило, надо в бумажку попасть. Давай, Мага, давай. Опа! А вы рандомно целитесь, правильно? А что ж вы все вновь кидаете, блядь, сумасшедшие? Блять. Я ладно, если сейчас парни не будут закрывать глаза и как бы... Ебать! Жестко. Это Магомед. Первая пара у нас определилась, мы смотрим дальше. Какова смета за ремонт? Жестко, жестко. А, ну все, можно не играть. Жестко. Вторая, третья пара у нас тоже есть. Получается у нас Витора плюс Мира. Получается. И Корбан плюс Мипошка. Так, ребят, ваша главная задача сделать себе классные, крутые, смешные, забавные, кринжовые фотки, какие хотите. У вас 20 минут всего, и у нас есть приз, фотоаппарат. Хорошо. Все, поехали, готовы. Let's go. Подожди. Стань нормально, просто смотри камеру или всем. Че, долбоёб? Открой. Я первый фото, дай мне, блядь, фотоаппарат. Все, давай, малыш. Покажи мне. Страсть. Ну давай, что-нибудь исполни. Что я могу исполнить? Сфоткай меня в туалете хотя бы, я не знаю. Давай. Возьми туалетную бумагу, типа руки. Не-не, вот типа рулон. Вот, а, ну вот почему такое. А, вот все, понял. Так. Типа сделай грустное лицо, я не знаю. Не, вот. Могу еще на голову себе надеть? Могу еще на голову надеть? Давай. Во-во-во, вот так. Во-во-во, вот так, да, вообще заебись. Так, вроде сфотал. Ты долбоёб, еще ближе давай. Наверное, посмотри. Ебаный бот. Все, у меня готово, все. Придумывай, я не знаю, что уже придумывать. У меня фантазия заканчивается. Че съебало, Мага? Заебись. Ну, блядь, нет, как-то хуёво выглядишь тут. Ебать, это вообще пиздец, что это было. Че, подожди. Ты ебал еще раз корчи такое? Вот так нормально. О, ебать, это кринж. Нормально, можешь встать. Можешь еще вот такое лицо тоже сделать, если сфоткать? Вот. Так надо, чтобы ты тут тоже был. Вот, типа, присядь на колени. Ну, так, немного нагнись. А, давай стенку. Да-да. И, типа, мне нужно... Какое у него лицо там? Тебе надо еще ниже, его не видно. Блядь, ну, вряд ли так... Опа. Быстрее, пожалуйста, блядь, мне колени не удерживают. Еще кнопку найду, на которой... Сделай какое-то ебало. О, заебись, заебись. Все. Блядь! Сделано. Че с ебалом? Че с ебалом? Так ты ложись рядом просто и все. Я сразу готов. Но я без очков буду, неудобно. Хорошо, конечно. Сделай ты, я не фотоюсь. Вот так получается нужно. Вот так? Повернуть и вот так сделать. Блевать надо уебищем выглядит. Да не, это охуенно выглядит вот так. Малышку взял. Нажми кнопку, бот. Угу. Ты она фотоет? Нажал. Она фотоет? Я хуй знает. Я могу в очках у вас фоткаться. Это будет очень уебански выглядеть, но все же. О, козыри в очках, и можешь тапок в руки. Два тапка в руки взять еще. Вот так надень. Во-во, заебись. Типа... Ну да, покажи мне страсть. Это пиздец. А что я делаю тогда? Нахуй мне тапками такая надену их. Все, у тебя есть идея? Если нет, можем уже закончить. Подожди. Да, возьми вот эту штучку. Да, давай. Да, вот так отлично. Ну, типа вообще. Ну, это обычная фотка на самом деле. Ну, можно так чисто. Нихуя делать сфоткать. Но это самая обычная типа фотка. Можешь типа вот сюда сесть, типа ты в лесу, понял? Да? Да, типа в лесу спрятался. Ебать, класс.
Во-во-во. Типа ты в своей среде обитания, го. Да ебало, еще прижимай туда, хочу заебись. Подожди, подожди, подожди. Да, гиб, залезь. Глубже. Тогда, да. Вот такой надо момент сыпь. Да, нормально. Может так делать? Да быстрее, блядь! Заебал не ной, блядь. Сейчас последнюю фотку. Вот, заебись. Все. Странно, что никто из вас не сделал фотографии с тройными подбородками. Ну, сейчас попробуем. Бля, почему вот эти уёбские фотки? Нет, ты прям это должен делать вот отсюда, снизу. Ну так? Да. У меня еще глаза. Глаза еще открыты, премьера. И чуть вниз, посмотри. Тебе же пицца. Все, готово, 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 все. У меня закончилась идея, это была лучшая моя идея. Даже не моя идея. 1xBet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в описании, чтобы болеть за нашу команду было еще интереснее. Я первый? Да, я тебе сфоткаю быстро, потом ты меня. Это поза Илюхи. Ага, все понятно. Еще вот дико ебало там надо будет. Дико ебало будет. Падаю вот так вот. Да. Одна рука вот так, вторая вот так. И кричу. Нет, не так руки. Смотри, вот как вот руки на себя. Типа одна под себя, типа одна вот так вот сверху. Вот так. Да. Не, подожди, кричишь. Не, да, да, типа, я улыбаешься. Знаю. Я так пристреливаюсь. Только, ну, типа, то надо типа еще ниже упасть, если что. Хорошо. Готов? Да. Погнали. Падай ниже, блядь. Так, показывай. Смотрим, что получилось. Разъеб. Так, все. Подходит? Да. Сейчас мне нужно свериться с, в общем, рефом. Ебать. Это пиздец, я сейчас просто себе спину сломаю нахуй в этой фотке. Там остановись, блядь. Конечно, тоже у нас будет типа супер. Даже локо? Моднотипное фото. Что думаешь по этому поводу? Похуй. Хуйня. Да похуй. Сейчас детство себе сломать спину, все будете меня в больничку везти. Хорош. Зафорсили. Так, мне нужно ноги вот так вот. И как? Ну вот так. Хуёво вышло. Так, ready or not? Ready. Блять! Да, так и знал. Не-не, стой на месте. Стой на месте, блять. Руку нахуй убери. Я всего лишь хочу фотоаппарат. Кринжовую фотку. Получилось? Разъёб. Заебись, подходит. Мы закончили. Так, и шо? Ну, сегодня насадись. Обязательно. Блять, обожаю тебя. Так, только попробуй футболку сделать, чтобы она, короче, трусы закрыла. Блять. Да, ну, нет. Я просто руку могу поставить. Так нормально, сам скажешь. Так не видно, Ярик, трусов. Не, ну так видно, конечно. Сфоткай и покажи мне, что видно. Ну, так, по сути, почти даже не видно. Ты мне сфоткай и покажи. Сейчас. Да, блин, я рэк нажал. Нормально. Да я тебе говорю, там ничего не видно, блядь. Короче, ну, тебе смотреть, давай смотри на бумагу и такой, ну, сделай как-то, типа, да, вот что-то типа такого. А мне в тебя смотреть? Да не, это вообще не важно. Ну, типа, вот что-то такое, да, мне так нравится. Да, ну, типа того. Так, Дима, на бумагу, я на бумагу. Чем дольше я здесь сижу, тем больше мне хочется в туалет. На бумагу давай, Дима. Ага. Ну, все, заебись. Все, Дима. Успех. Движемся теперь к моей части. А можно было, Юрец, просто подпрыгнуть. Понимаешь? Просто подпрыгнуть. Это, наверное, самая интересная часть мармезонского балета. Все идеально, Ярик. Идеально. Все пошло. Пошло, пошло. Ярик, раздвинь ноги. Это бля, он порвет. Смотри, чтоб не бля, он порвется сейчас, да, Ярик, он уже рвется. Руки рви тоже. Все, теперь пойду вот так крутить. Бля, сейчас стало самое сложное. Все нормально. Если по грудь, то достаточно. Все, давай, фоткай. Вообще, Ярик, надо дальше тебя мотать. По грудь так себе.
Ты что думаешь? Да, тебе надо полностью мотать. Да, тебе надо полностью мотать. По грудь выглядит странно. Держи, вот пальцем просто зажми. Ага. Ярик, пиздец рвется. Стой на месте и не дергайся. Ну, не душа сложно. Не, а просто чтобы тапки черные. Надо было снимать тапки. Тапки там слишком выбиваться будут. Ну шаг куда? Не просто будет. Ты просто наверх ее как гопнику надень. Так? Давай с двух сторон. Давай с двух сторон. Вот так, да, идеально. Идеально. Ой. Сейчас. Все, наверное, Юрик, я сделал все. Давай, могу попробовать. Смотри, попробуй одну руку сделать, кто хотел класс сделать. А вот я вообще не знаю, как это получится. Мне это было не так. Надо было не ногами, надо было руки разрывать сначала. Все, Ярик, убирай. Фотосессия закончилась. Все шедевры ребят на этой камере мы отберем лучшие из них и выложим на зрительское голосование в наш телеграм-канал. Именно вы определите победителя. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.